В Магадане прошло заседание административно-технической комиссии. Специалисты рассмотрели дела о нарушении благоустройства города. Эксперты обратили особое внимание на незарытые котлованы и ямы на дорогах. Согласно статье 6.4, за нарушение правил благоустройства у нас предусмотрена административная ответственность. Законом 583 УЗ. Также наиболее частые нарушения связаны с парковкой автомобиля в неположенном месте. Поэтому, естественно, мы с людьми беседуем. Первое – это у нас предупреждение. Дальше, если они с первого раза не понимают, естественно, там уже накладываются на них административные штрафы. Административно-техническая комиссия обращает внимание подрядчиков, которые ведут обширное строительство в городе Магадане, на проблему отсутствия предупредительных знаков, заборов и подсветки на месте разрытия, и просит уделить этой проблеме особое внимание, чтобы обезопасить жизнь и здоровье магаданцев.